Здравствуйте, я Зундыл Ама. Гороскоп Зурхай на телеканале АТВ на 2020 год. Год металлической мыши. В год крысы людям года петуха рекомендовано восстановить отношения, да, с людьми, с которыми поссорились, не отказаться от помощи. И в среднем год для петуха это тоже год хороший. Ну, необходимо устранить эгоизм, тщеславие такое, вот, ну, какие присущие качества петуха. Людям года петуха необходимо обращать внимание на свое здоровье в этом году. В наше время, допустим, где-то наглость, эгоизм, тщеславие, да, человек, но вы сами поймите, это грех, это одна из форм греха, она не, ну, плохое качество человеку. Не присущая религия вообще смотрит плохо на тщеславие, эгоизм и наглость. Там, вот. Ссориться с кем-то, враждовать, религия полностью этому не сопутствует. А вот прощение, да, это одно из самых хороших качеств религии. Уметь прощать, не держать злобу, не таить обиду. Если вот это есть в человеке, то это хорошо. Чувство уметь прощать.